Добрый вечер! Приглашаем вас на ответный кубковый матч. Перед гостями стоит непростая задача – выиграть этот поединок, причем с определенной разницей в счете. По силам ли им это? Очень надеюсь, что да. Действительно, задача очень тяжелая. Ну, давай пожелаем им просто удачи. Посмотрим, что из этого получится. Перед нами состав хозяев. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. И смотрим на состав Барселоны. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Ты знаешь, Константин, я на Амстердам-арене побывал на следующий год после ее строительства. И она просто поразила воображение мое, не только своей красотой. Это на тот момент был, наверное, один из самых красивых стадионов в мире. А тем, что под стадионом проходило шоссе. Георгий, мне кажется, не на тот момент, а до сих пор Амстердам-арена остается одной из самых красивых в Европе. Потому что действительно строили с умом и качественно. И помимо того, что проходит шоссе под стадионом, еще это первый стадион в Европе с выдвижной крышей. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Навес! Опасная подача, но защитник на месте. Эрнандес. Посмотри по сторонам, есть кому отдать пас. Защита справляется. Это может быть опасно. Иньеста. Иньеста, Лухан. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Эрнандес. Обратный пас очень быстро сыгран. Пока неплохо. И это удар! Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Марк-Андре Тер Штеген. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Завершилась эта атака, и вратарь готовится вести мяч в игру ударом от ворот. Суарес. Каталонцы переходят в атаку. Луис Суарес. Решил пробить. Отличный пас в разрез. Какой удар! Штанга спасает, но игра продолжается. Отлично сыграно, надо решать. Красиво сыграно, как эффектно. Удар. Вратарь! Вот это сейв!
правого мяч будет передан в руки. Продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Пас голкиперу. Тянут они время. Серхи Роберто. Месси. Бускетс, Бургас. Барса начинает атаку. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Ну, обыграть одного для Месси вообще не проблема. Тут защита справляется с потерей мяча. Барселона будет вбрасывать мяч, и до ворот совсем недалеко. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. Какой шанс у Алекса Хантера! Ушел мяч в аут, бросать будет Барселона. Хавьер Маскеран. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Барселона идет вперед. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Месси. Терпеливо ждут они своего шанса. Вот это удар! Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперника. Тут может что-то получиться. Удар нужен! Вступает в игру вратарь. Все под контролем. Мяч за боковой линией. Это может быть опасная атака. Удар! Выше цели. Хавьер Маскеран. Джорди Альба. Иньеста. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Альба Рамос. Месси. Смотрим начало атаки. Обыграл Месси своего опекуна. Опасная передача. Пас в разрез очень точно. Часами тренируется. Момент для удара. Мимо ворот пролетает мяч. И эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Серхио Бускетс. Ракитич. Суарес. Иван Ракитич. Потерял он мяч, но кому он достанется? Посмотрим за этой атакой. Он уходит от защитника. Прекрасный пас. Опасно. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться. Пока неплохо.
Бьет он головой. Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Хорошая передача. Откровенно плохой навес. Вратарь легко завладел мячом. Может получиться интересная атака. Лионель Месси. Иньеста Лухан. Серхи Роберто. Иньеста. Месси с мячом идет вперед. Тут все очевидно, будет штрафной. Опасная подача была, но оборона справляется. Серхи Роберто. Месси. Двухматчевое противостояние. Это всегда огромное количество работы, прежде всего. И тем, кто эту работу проделает лучше... Замена. Иньеста покидает поле. Команда возвращается на поле, чтобы продолжить борьбу за место в полуфинале Кубка Чемпионов. Обе команды немного осторожничали в первом тайме, но тем не менее показали хорошую игру. Будем надеяться, что во второй половине они полностью раскроют свой потенциал, ведь речь идет о выходе в полуфинал. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Грамотный пас. Все по делу. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Слушайте, ну это... И как пробил! Невероятное спасение! Угловой у ворот Барселоны будет. Аут около штрафной. Это может быть опасно. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Футбол быстрая игра. Только что они атаковали. Теперь надо бежать в оборону. Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Не показал он все, на что способен за эти первые 45 минут, так ведь? Мне кажется, что он сегодня играет очень неважно. Он мало продуктивен и у него просто какой-то колоссальный процент брака. Хороший пас во фланг. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Вот это удар! Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Вратари сегодня играют феноменально. Оба непробиваемы. И Пике выносит мяч. Какой удар! Очень обидно. Команда забивает автогол. Забивает команда, но, к сожалению, в свои ворота. Автогол — это всегда обидно. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Маскеран. Месси. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону.
Бускетс, Бургас. Барселона идет вперед. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Удар! И это гол! Новый человек на поле наглядно демонстрирует, что появился он на поле не просто так. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. После ответного мяча у нас 1-1. Две трети матча сыграно, последние полчаса игры смотрим. Это может быть опасная атака. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Отличное оборонительное действие. Бездарная атака получилась, теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Посмотрим за этой атакой. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Ну вот, стоило только заговорить мне об атаке, как они потеряли мяч. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Где подстраховка? Одного Месси всегда может пройти. Туран. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. Может получиться интересная атака. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Можно бить. Как обидно от вратаря рикошетом в сетку. И команда, которой сегодня предрекали поражение, а кое-кто и крупная, выходит в лидеры. Но время-то еще есть, и если уж совсем честно на эту ситуацию посмотреть, то еще можно все исправить. Игра возобновляется, счет уже 2-1. Маскеран. Арбитр не дает разрешения игроку вернуться в игру. Похоже, в этот раз обошлось без серьезных последствий, но это тревожный звонок для тренерского штаба. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. Равенство по владению мячом. Да, и сам матч смотрится весьма равным. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Возвращается игрок на поле, будем надеяться, что сумеет доиграть до конца матча. Желание играть у него есть, ну и забивать нужно! Месси. Отлично сыграно, надо решать. Отличный пас в разрез. Неплохо, хороший пас получился. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Замена готовится в команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Месси. Барса начинает атаку. Великолепный проникающий пас. Опасная передача. Луис Суарес. Гол Барса! Знатный гол получился, что и говорить. Великолепный кросс с левого фланга, и оставалось только замкнуть эту передачу. Да, разыграли просто сказочно. Да, вот это идеальное завершение стандарта. Точный удар головой, и вратарь бессилен. Да там
никто вообще дернуться не успел, включая даже защитника. Эрнандес. Впереди еще 10 минут. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Бускетс, Бургас. Арда Туран. Пике. В отличной форме игрок находится, кстати. Статистика у него просто безупречная. Пока неплохо. Арда Туран. Суарес. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. И скоро на поле появится новый игрок. Замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. Смотрим начало атаки. Напрашивается навес. Опасная подача была, но оборона справляется. Каталонцы переходят в атаку. Могло что-то получиться после этого навеса, но защитник сыграл уверенно. Навес. И это удар. Нет, не попадает мяч в ворота, но близко к этому. Три минуты будет добавлено. Посмотрим за этой атакой. Судьба матча решается. И пробил. Конечно, такие моменты надо забивать. Что тут говорить? Все болезни, Георгий, и все промахи в футболе, как ты знаешь, они от нервов. Каталонцы идут в очередную атаку. Это их последний шанс склонить чашу весов на свою сторону. Итак, смотрим на табло. Результативная ничья это называется. 2-2. Запоминается последняя фраза. Запоминается последнее выражение лиц. Вот как сейчас. Костя, скажи, как ты считаешь, заслуженно прошло? Думаю, да, Георгий. Четвертьфинал все-таки состоит из двух матчей, а значит, здесь случайностей практически не бывает. Отличный пас в разрез. Какой удар! Красиво сыграно, как эффектно. Удар. Вратарь! Вот это сейв! Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Вот это удар! Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. И Пике выносит мяч. Какой удар! Очень обидно. Команда забивает автогол. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Удар! Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Можно бить! Как обидно от вратаря рикошетом в сетку.
Великолепный проникающий пас. Опасная передача. Луис Суарес.